А сегодня мой экспресс-обзор будет посвящен тканевым маскам. Почему тканевые маски стоит покупать? Итак, 10 преимуществ в пользу тканевых масок. Поехали. Первое – это их разнообразие. Действительно, сейчас на рынке столько масок тканевых. Это и антивозрастные, и антиаллергенные, и увлажняющие, и восстанавливающие, и всякие-всякие-всякие разные. Разнообразие на любой вкус, как говорится. Второе – это доступная цена. Да, тканевые маски можно сейчас купить в среднем около 100 рублей. Это самая дешевая маска. А наша масочка серии Novage, восстанавливающая, относится к средней категории. У нее в каталоге цена со скидкой идет 299 рублей. Цена без скидки идет 380 рублей. Это средняя ценовая категория масок. Третье преимущество. Ее не нужно наносить. Это не кремообразная маска, которую нужно наносить, размазывать и так далее. Здесь открыл пакетик, достал ее оттуда, нанес на лицо. Четвертое. Не нужно смывать. Большое преимущество. Если, например, обычную мы кремообразную маску мы смываем, а глиняную это еще сложнее смыть, то тканевые маски в этом выигрышном положении находятся. Ее взял, снял и забыл. Все. Пятое. Это метод проб и ошибок. Здесь с тканевой маской он не прокатывает. Если вам какая-то маска не подошла, вы купили новую и забыли. Не нужно покупать кучи, не нужно покупать баночек, много затариваться. Купил одно саше, нанес на лицо, посмотрел, увидел эффект для себя, понравилось, не понравилось. Понравилось, купил, не понравилось, пошел дальше. Шестое. Это большой плюс в том, что ее можно брать везде с собой. Поехали на дачу, взяли с собой. Летите ли вы в самолете, взяли с собой. Пошли на мастер-класс, взяли с собой. К подруге пошли, подарили. В общем, в любой ситуации ее можно брать с собой. Вот такой пакетик герметичный. Седьмое. Это ее прилегание. Действительно, за счет того, что она плотно прилегает к нашей коже, когда мы ее распределяем на лице, получается вот такой парниковый эффект. Парниковый эффект и содержимое масочки, оно не испаряется, а проникает именно в кожу. Вот. Это вот у нас и прилегание, и сразу эффект. Еще дополнительный эффект, который вы получаете от маски, это в любой момент ее можно нанести на лицо. Например, летите вы в самолете, а вас встречает любимый мужчина, там муж, или просто у вас какое-то событие, и вам вот этот длительный перелет, он негативно сказывается на нашей коже, в отсутствии нормального кислорода. Вы здесь же взяли в самолете, распределили ее на лицо, 15 минут и все. Вы вышли, ваша кожа увлажненная, восстановленная, сияющая, отдохнувшая, это сразу. Это большой плюс. И десятое – это приятность. Маски тканевые действительно приятны на лице. А когда они у нас находятся на лице, мы получаем такой тактильный, приятный соприкосновение с лицом. И одиннадцатый плюс этой маски – это мой бонус, как я ее наношу. Итак, я вам рассказала все 10 плюсов. Выбор за вами. Вот я нанесла тканевую масочку себе на лицо. Из новинок серии Novage восстанавливающая тканевая маска. Содержит она гиалуроновую кислоту, которая стимулирует естественный коллаген в нашей коже лица. Нужно ее подержать 15 минут. Затем снять ткань, остатки, которые у вас останутся от маски, вбить в кожу похлапывающими движениями по массажным линиям. И посмотрим, какой будет эффект. Прошло 15 минут, масочка она у нас подсохла, и мы можем смело ее снимать с лица. Вот, вот так вот получилось. А остаточки вбиваем в кожу лица.
Вот такой спа-салон получился с гиалуроновой кислотой и тканевой маской.